А в Алматы продолжается суд над бывшим пилотом авиакомпании Air Astana, которого задержали в аэропорту с марихуаной. Сегодня показания давал сотрудник медицинской службы, который досматривал летчика перед вылетом. По его словам, признаков алкогольного опьянения или других нарушений в поведении Романа Быкова он не обнаружил. Мы проверяем, когда предполетный осмотр, проверяем внешний вид, ЗЭФ, температуру, давление и тест на алкогольный тест. По результатам? По результатам было все нормально. Такого подозрительного, да, допуск поставили, подозрительного, ничего не заметили. Допросили сегодня и бортпроводников, летевших с Романом Быковым из Москвы в Алматы. Почти все дают на него положительную характеристику. Сообщают, что полет прошел по плану. В свою очередь, адвокат подсудимого озвучил ходатайство о допросе независимого эксперта-нарколога. Просьбу стороны защиты удовлетворили. Напомним, Роману Быкову предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе и управление воздушным судном под кайфом. Сам подсудимый признался, что употреблял наркотик, правда, за неделю до полета.